Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Через пару часиков у нас, ребята, произойдет обновление игры. Но пока этого не произошло, я хочу, ребят, хотя бы выйти в Лигу Мастеров 2 звезды. Конечно, лучше бы в 3. Давай будем смотреть, что у нас получится. Пока есть время, может быть, все-таки у нас выгорит то, что я хочу. Так, возьму я, наверное, Маузера. Для перестраховки возьму Змейка Вьюна. И трое вот этих вот слабачков. Надежда, конечно, у меня вся большая на Маузера. Если он их положит, то это будет круто. А если нет, это будет беда. Моих салажат разнесут сразу в щепки. Так что погнали. Смотрим. Твою налево, а. Ну-ка. Да, конечно. Ну, давай, может, так получится. А, он же иммунку по... Слушай, я не ожидал. Они повесили иммунку на себя, а Змейковил все нормально пробил. Да какой нафиг 21 ранг? Блин, с 27 на 21, что так мало продвинулись-то? Короче, я пока есть возможность, ребята, буду откатывать маузеров. Пока такая возможность есть. Но тут, видишь, тут нужна будет постраховка. Ты лично видел, что тут происходит. Не так все просто, как хотелось бы. И враг не сдается так легко. Так, дай-ка глоточек свежего капучино принять. Ну что, посмотрим? Да ядрен ты, Матрен. Ну что это? Ой, сейчас полетят клочки по закоулочкам. Просто полетят. Ну, смотри. Лапекс справился. Давай, наверное, вот этого Дони попробуем шваркнуть. Есть. Так, Лапекс выжила. Ну-ка, пощечину ему. Красивые. Все, друзья, замечательно получилось. Переходим. Мне просто нужно как можно быстрее перейти в следующую лигу. Ну, ты прекрасно видел, как они меня запарывают. С 21 места. Да, вы серьезно, блин, с 21 на 15? 6 ступеней все пролетел. Ну, это что? Это, ребята, уже называется борзость. Это уже называется борзость. То есть они меня целенаправленно не хотят пропускать в Лигу Мастеров 3 звезды. У меня других объяснений нету. Ну-ка, давай проверим. Так, слышь, хорошо сделал. Ой, слэш, ёпарцы ты. Рафаэль, конечно же, слэш уже сюда приплел. Ну-ка, смотрим. Идеальная победа, все это понятно. Ребята, у меня вообще нет объяснений. Просто нет этому объяснений. Так, Кристина у нас тут. Так, да я уже на всякий случай сразу же куплю. Друзья, откаты, они нам... Подожди, что там у нас? Вот, сразу 70. Чтоб не париться. 70 откатов. Здесь бесплатно откроем этот пак. И хотелось бы мне глянуть, сколько вообще у нас времени-то осталось до... 52 минуты, ребят. 52 минуты у нас в запасе. В среднем я на игру трачу где-то около 20 минут. На полное прохождение. Ну, то есть на буст, на все. Так что мы должны успеть здесь кровь из носу. Ну. Вот, 17-23. Опять же берем маузеров. Опять же я возьму, наверное, Рафаэля здесь. Раз, два, три. Отыгрываем. Меня одно, ребят, пугает. Если мы так продвигаемся медленно, то до трех звездочек как мы там доберемся? Ума не приложу. Как мы там доберемся до трех звезд? Это я специально, ребята, встал пораньше. Я вообще, честно говоря, на работу сегодня иду в ночь. Хотел поспать, смотрю на часах 2 часа. Думаю, блин, надо вставать, надо хотя бы отыграть серию. Но так, ребята, в Лиге Мастеров 96-я позиция.
Мне хочется получить уже 17-24. То есть это максимальное количество у нас этих. Ну, нифига не дают мне. Так, значит, Рафаэль. И опять же Маузера. Раз, два, три. Придется мне брать по двое сильных и трое слабых, чтобы нам хотя бы хватило, ребят, пройти до мастера 3 звезды. Вы уж обессудьте, что вот так вот будет у нас все, грубо говоря, зациклено, да? То есть практически будут сильные бойцы у меня рулить здесь. Но поверь, это сделано для моего же и нашего блага. Так, погнали дальше. Так, в бой. Я не пойму, почему они мне не дают 17-24. По идее, должны уже дать. Я по всем параметрам подхожу, но они не дают. Давай сделаем так. Леонардо плюс Зек. В принципе, эта команда тоже неплохая. Зек бомбочки бросает, Леонардо свою вертушку. В принципе, все. Если Пит, конечно, тут не начнет выпендриваться. Нет, не начнет. А вот кабаната мы, наверное, не завалим, да? Ой, носорога. И кабана тоже не завалили. Да ладно, и Донни еще выжил. Ауч. Так, надо этого хлебосочного как-то бомбить. Молодец, к северу. Давай так посохом его. На. И мимо. Тогда и вот так вот. Все, друзья, добили. Сколько мы вообще ступенек-то там пролетаем? Десятка-то у нас хоть не берется. 88-е было, стало... Ну, почти, ребята. 9 ступенек. Где 17-24? Ёк-макарёк, ну... Пипец. Не дают, все. Ладно. Рафаэль... Так, подожди. Какой Донин? То есть у меня получается сейчас будет две игры сразу. Я прохожу вот эту вот, записываю для вас серию. А потом следом у меня будет серия Boost. А выложатся они в лучшем случае завтра. Сегодня я, наверное, не успею. Хотя, не, навряд ли я успею, конечно. Бамс. Готовы. Щеглазадые. Так, давай смотреть. Мне бы хотя бы до полтинничков добраться. Так, 79-е будет 70-е. Ну, почти, ребята. 8-9, вот так вот ступенек мы с тобой перебираем. То есть это не самый худший вариант, я тебе скажу. Это лучше, чем, извини меня, 5 или 6 ступенек за бой. Так, поехали. Отлично. И вертушка, я так понимаю, их добивает. Изи-катка. Идеальная победа, и мы продвигаемся дальше. Так, 61-е. О, 60-е. И все равно не дают. Вот, 17-24, нормально. Так, берем Армагона, берем... Да иди ты, Донни, не сейчас. Берем Армагона и берем Пиццелицева. И мне кажется, этого хватит. Ой, че... Че я сделал? Ай, друзья, это же надо было так тупануть. Ты посмотри, что я натворил. Я взял всего лишь двух бойцов. Молодец, Рейд. Гениально просто. Лучше, блин, не придумаешь. На что-то рассчитывал. Да я просто, ребят, все, уже заигрался. Да, 59-я позиция. Вот это да. Получил 17-24 и такую фуфулышку прогнал, а. Теперь они мне, наверное, не дадут, да? Да, теперь, скорее всего, не дадут. Ладно, давай тогда возьмем Ваньку плюс Бакстер плюс Донни.
вот этих вот охламонов возьмем. Вдвоем, ой, будет из мощных ребят состоять команда у меня. Делаем клоняшку. Из гранатомета. И волна. В принципе, все. Блин, ну как же там надо было так тупануть-то, а? Твою налево. Мне бы лишь бы, ребята, до Лиги Мастеров. Я уже не говорю там про топчик или еще что-то. Просто хотя бы добраться и задержаться где-нибудь на позиции, ну, 80-70, чтобы меня не скинули. Хотя, тут времени мало будет. Фиг там они нас сбросят уже. Кожеголовый плюс крэнк. Раз, два, три. Погнали. На благо откатов у нас с тобой 70 штук. Нам хватит в обязательном порядке пройти сегодня. Так, ну что, давай бить лучом. Это для начала. Для затравочки, так скажем. Ага. Попадали и, соответственно, добивка кубарем. Все. Нормальненько. И смотрим, куда мы переходим. Сороковку возьмем. Нет. 7 ступенек, ребят, всего лишь дали. Но. Ну, здравствуйте, приплыли. Ну, было же 17-24. Уже сколько боев прошел, и все равно не дают мне повышение в кубках. Мне прямо от этого обидно становится как-то. Давай Рафика возьмем. И, наверное, я вот так вот. Еще не легче. Так, подожди, куда я там полетел-то? Раз, два, три. Все, вперед из песней. Ну, тут Рафаэль и Супер Шреддер. Я уж думаю, справимся. Рафаэль свои черепки бросает. Ну, а Супер Шреддер, естественно, их просто добивает всех. Вот как-то так. Ну что же, идеальная победа. Другого быть и не могло. Было бы неплохо, если бы 30-ку дали. Но нет, у нас все меньше, меньше, меньше. Проходная способность идет. Так, обновим. Давай вот этих вот возьмем, супостатов. Так, будет Леонардо и, наверное, Рафаэль. Раз, два, три. Так, ранг у наших противников 76-й, да? 76-й, но тут уже... А, 76-й, 73-й тут, смотрю. Да, должны положить. Угу. Опа, Донни. Ложись. Выжил он там, понимаешь, и стоит. Довольный, смотрит. Кого бы уже почикать. Но... Да иди ты в пи, 28 место. Я уже думал, может, 20-ку, но 28-е. 28-е место. Так, не надо мне вот эту команду. Давай что-нибудь другое. Блин, только что было 17-24, я видел. Вот. О, друзья мои, 78-й ранг у наших противников. Грубо говоря, это максималка, что они могут из себя сделать, выдать. Поэтому давай-ка поаккуратнее. Так, ну Армагон и плюс Маузер, да? Это как бы основа основ. Обалдеть, Маузер бомбанул. Да тут можно ракетами просто уничтожить их. Даже не обязательно валуном. Столько хп он ему оставил. Мизер. Ну давай. Так, с 28 на 21. То есть 8 ступенек пролетели, да? И, грубо получается, нам нужно еще сделать сколько? Три поединка. Это в лучшем случае. Лео плюс Армагон. Я думаю, что... Так, 79-78. Но это уже все, ребята. Тоже топ-команда пошла у них. По уровню. То есть выше 79-го здесь уже нету. Обалдеть, Армагоша влепил. Ну, Лео останется просто-напросто добить тут. Погладить, так сказать, своими лезвиями их. И все, и они тут же упадут.
потому что очень мало хп у них оставалось. Вот как-то так, и никак иначе. Смотрим, на какую позицию мы передвигаемся. На 10-ю, отлично. Так, ну еще не конец, друзья мои. Это еще не конец, это, грубо говоря, еще только... Ну, началом тоже, конечно, не назвать. Но нам нужно будет попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. Я уже не буду, ребята, топить до последнего, дабы сэкономить себе откаты. Хочу взять где-нибудь 80-е, 70-е место. Все, мне больше не надо. Я думаю, что этого вполне хватит для того, пока я буду отсутствовать эти 20 там с лишним минут. Что мы успеем... Подожди секунду. Что мы успеем задержаться до сброса. Да. Как-то так. Вот планирую таким вот, ребята, способом сделать. Да, мы уже в Лиге Мастеров, как ты видишь, 3 звездочки. И сейчас будут бои по укреплению наших позиций. То есть мы возьмем, наверное, с тобой Усаги, Слэша, Макмана. Ну, вот таким вот образом. Говорю, 70-е, 80-е позиция. Ну, лучше, конечно, 70-ник взять, чтобы уже на 100%. А вообще, чтобы на 200 000%, это нужен полтинник. Но до полтинника слишком далеко идти. Слишком, ребята, далеко идти. Майки, отвали. Слэш. Тыч. Так, нам надо вырубить кого? Да хоть кого. О, торнадо. Замечательно. Так, сколько мы ступенек? Если 10-ку пролетим, это будет хорошо, это будет шикарно. Но я сомневаюсь. Ну, почти, почти. Так, ну что, двигаемся дальше тогда. У нас 1, 2, 3, 4, 5. Причем, ребята, столько откатов было. У нас 76, почти 80. Осталось 56. Ну, что-то хотел. Если мы их столько тратим. Причем было так много баксов, и осталось так мало. Угу. Я, наверное, ракетами их добью. Все. Потому что мы постоянно с тобой валуном обычно добиваем. Но тут я решил использовать немножко другую. Так. Давай 80-е место. О, отлично. Так, ну что, поединок другой и все. И будем, ребят, сворачиваться. Надо будет еще и Женевки пройти. Лео плюс Армагон. 1, 2, 3, 4. Ага, 4. Так, стоят, да, буржуи ждут меня здесь. Ладно, начнем с валуна. По-другому и быть не может. И добивка. Это называется полостная добивка, ребят. Потому что он конкретно не бьет, он просто гладит своим мечом по их физиономиям. Но 70-ник будет? Будет. Ну все, последний, ребят, поединок. Последний. И на ежедневке. Потому что уже с 60-го места уж точно нас не скинут. За каких-то там 30 минут, уж поверь, нет. Ты спросишь, каких 30 минут? До отката, ребята, до отката у нас 30 минут, то есть в 3 часа у нас, получается, будет откат. Все, друзья. Все отлично, тогда и глоточек. Допью, точнее, капучино. Блаженство какое-то. С корицей, вкусно. И 61 место, все, ребят. Так, ежедневки, быстренько бежим. Проходим серию испытаний. Проходим с тобой серию испытаний. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Пускай будет так. Ну, давай сделаем так, тогда фиг с ним. Маузер тут еще выпендривается у нас.
Опа. Так, проникающий. Готовы. Так, и последняя волна. Там кто у нас? Бибоп и Рок, кстати, да, по-моему? Ну да. Сюрикены. Черепки. Ракеты. Да ладно, кабан уцелел. Как он это делает, засранец? Постоянно он выживает. Ну что, это мы с тобой сделали. Задание забираем. Так, и теперь пошли. У нас мутагена сколько? 35 тысяч. Мне хватит на то, чтобы поднять Пиццелицеву по уровню. 97-й, друзья мои, уровень у него. Скоро будет 98-й. Ну, тут немножко осталось до 30-ки. А прокачка идет у нас на Кунаичи. Так, давай смотреть. Значит, здесь нам нужно найти 14 вот таких вот кружек. 14. Так, одна есть. А вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Так, это девятая. Десятая. Одиннадцатая. Двенадцатая. Тринадцатая. И последнюю. Ага, вот, 14 кружек, друзья мои, мы нашли. Нам нужно будет еще найти маяки вот эти вот, но это уже, я понимаю, в следующей серии. Так, и здесь забираем наши ежедневные награды. Так, я успею сейчас еще в этот сходить, в испытание? Успею, ребят, пойдем, пойдем попробуем получить эксперт снаряжение. Так, ноутбуки, 4 доллара. Не то. Вот, ребят, эксперт снаряжения получил. Так, сюда еще. Учебники. Доллары. Последняя попытка. Не то, к сожалению. Все, друзья, больше у меня ничего нету. Черепашья буря, это хорошо. Так, ребят, ну что, сколько у нас там остается по времени? 33 минуты. Я думаю, что 33 минуты я спокойно продержусь, и меня уже не скинут, по крайней мере. Находимся мы с тобой на 61 ранге. Так что давай-ка мы будем закругляться, увидимся уже на бусте. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.